Всем привет! Очередное видео у меня на канале. И на этот раз у меня коньяк на дегустации Монте Шоко. Давайте его нальем в бокал и будем разбираться, что это за зверь такой Монте Шоко. Так вот, название этого коньяка переводится как «Шоколадная гора», да? Сейчас он постоит у нас, немножко подышит, и мы будем разбираться, какая это гора, шоколадная, либо из какой-то другой субстанции она сделана. Давайте сразу по цене. Брал его в гипермаркете «Магнит» за 420 литров за 0,5. Это по акции. Без акции даже не знаю, сколько стоит. И, конечно же, меня соблазнила бутылочка. Очень симпатичная, в самогоноварении мне после этого пригодится. Ну, конечно же, я надеялся, что будет достойный продукт. Производитель на бутылке пишется «Настоящая алкогольная компания». Так себе название, честно можно сказать. Сайта в интернете я так и не нашел. По ссылкам, по переходам добрался до компании, вернее, до группы компаний «Спиртной». И уже у них на сайте увидел вот этот вот коньяк. Так вот, если бы я знал до покупки, что у него есть родной брат, Old Barrel, который уже был у меня на дегустации, вот здесь вот будет видео, я бы его вряд ли взял. По поводу сайта. Сайт мало информативен. Единственное про этот коньяк, что написано, делают его русские и французские мастера. Чего мастера, неизвестно также. Но русские и французские мастера соединили свои усилия и произвели вот этот вот продукт. Больше никакой информации не идет. На бутылке есть информация, да, написано, что дистилляты выдержаны не менее 5 лет в контакте с древесиной. Про бочки ни слова. Ну и я думаю, о бочках тут речи никакой не может быть идти. По поводу отзывов, да, открыл я сайт «Отзывик» и нашел там аж 2 отзыва. Притом первый более-менее положительный, 85% из 7 человек его рекомендуют. А чуть пониже нашел уже более подробную информацию, то есть 20 человек уже оставили свой отзыв и всего лишь 40% рекомендуют его. Вот такая вот ситуация. Сейчас мы оставим свой отзыв и посмотрим, насколько он и с кем он сойдется, да. Ну что, давайте перейдем непосредственно уже к самому продукту. Бутылка, да? Бутылка симпатичная. Прям можно сказать, многие люди 100% только из-за нее будут брать, потому что смотрится солидно. Ну, если только не черную брать. Не знаю, черная вообще как-то не зашла. Было два варианта в магазине, черная и прозрачная. Я, естественно, выбрал прозрачную. Люблю, когда все видно. Пробка обыкновенная, пластиковая. Дальше что у нас идет? Выдавленный герб сзади красивый на бутылке, углубление и этикетка. Красивая, симпатичная бутылка. Давайте сразу посмотрим на его ножки. Ножки бежали по дорожке. Ножки сваливаются, вообще жидкие-жидкие. Ножек нет практически. Переходим к аромату. И первое, что приходит на ум... Шоколада-то не слышно. Где шоколад? Где гора с шоколадом? По спиртуозности, да? Имеется. Бьет немного в нос. Но в целом терпимо. Аромат не выше тройки. Вот он. Даже не сказать, что он коньячный. Давайте к вкусу уже переходить этого продукта. Да, давно мои рецепторы не испытывали шока. Спиртуозен, очень спиртуозен. По сути, кроме спирта я даже ничего не услышал. Все рецепторы забиты. Да, наверное, вторым глотком и закончим дегустацию. Сейчас немножко дам себе отдышаться. Могу даже сказать, первый раз я пробовал, даже было приятнее. Вот это да. Вот это гора шоколадная.
Ну что, ничего не открылось, так же скудненько. Ну что, давайте второй глоток, с Богом. Привкус земли, что ли. Даже не могу сказать, что это за привкус такой неприятный появился. Но это явно не шоколад. Однозначно не шоколад. Все, достаточно. Если пить рюмками, да, ну, как водку, это реально выпить. Но если вот так вот набирать в рот, полоскать, не знаю, может, вот это земляной привкус производитель и имел в виду, что это шоколадный какой-то привкус. Нету никакого привкуса. Вкус двойка. Ой, послевкусия его лучше тоже не было. Тоже такая же двойка. Нет, такой даже не могу рекомендовать, даже не пробуйте. Единственное, с него какой можно брать пример, да, производителям, которые делают доступные добротные коньяки, это дизайн бутылки. Ну вот и все, наверное. Это его основной плюс. Больше я здесь никаких плюсов не вижу. Обжег рецепторы. Привкус земли. Вот прям отчетливо. Может, это трюфеля какие-то, не знаю, может, пропавшие какие-то трюфеля. Ну, в общем, нет. Нет, не рекомендую. На этом, я думаю, надо заканчивать обзор. Быстрее пойти чем-нибудь запить и заесть. Или уголь выпить. Рекомендовать такое нельзя. На этом я с вами буду прощаться. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы быть в курсе очередных видео. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить это видео. До новых встреч. Пока.